Всем привет! Сегодня 3 марта. Видно очередной магазин. 79 март. Сейчас посмотрим, что тут за цены есть. Так, орешки по 105 донгов. По 90, поменьше баночки, по 55 есть баночки, 138. Так, значит, что здесь у нас есть? Здесь чай, кофе левак 78, какой-то кофе 149 192. Вот левак 220. Есть 209. Есть уже прям с этими, с кружечками идет левак по 55. Арабика 55 левак. 70. 108 есть такие пачки по 43, вот маленькие вместе с кружечками идут, вот, наверное, растворимый, а может и нет. 31. Сушеные фруктики 192, фрукты по 45. Такие большие по 74. Маски 12. Маски для лица. О, мыло. Мыло по 66. 65. По 37. Вот маленькие кусочки. 50. Массе обезболивающие 40 47 34 31 23. Маленькие кобра есть такие по 33. Кобра это маленькие, вот тоже наша звездочка, только что цены нет. Сланцы 65. Есть рыбки. Сланцы топчут. Цены я не вижу. Магнитики. По 40 магнитики. Вот есть прикольные игрушки из ракушек сделанные, вот стоят, цены не видно. Есть вот маленькие магнитики по 12, такие магниты. Так, молоко маленький по 7 7 12, побольше уже пачки. Напитки пошли по 47, по 31, соки по 60, 62 с маракуйя, такие 21 33. Пиво 21 22 35. Вот это пиво тоже 12, тут цена везде по 10.
супы по 13, по 34, по 42 большие пачки. Вот красивые их открытки, шикарные. Как они сделаны, прикольно. Открыточки. Красивый подарок. У нас таких нету. Это чисто вьетнамские. Вот эти попроще открытки. Печенье по 17, какие-то с сыром по 16. У нас такие продают 19. Вафли 26. Печенье 22. Так, и алкоголь. Что тут у нас? 39, Джек Дэнсон 578, 269, что-то я не вижу их, вино 85, ну разное. Маленький есть по 69, ром по 47. Так, 467. В общем, цены разные здесь. Так, примерно чуть-чуть посмотрели цены, что почем. Ну, примерно так. Отличается от разных магазинов. Тут может быть 2 донга. Вот так. А в принципе, почти одинаковые цены. Так, теперь дорогу перейти. Сейчас хоть движение поменьше вечером. В основном везде массажные салоны, спа-процедуры, разные туристические агентства в основном. И еда, полно еды разная. И дешевая, дорогая. В общем, любой карман еда. Так, ну ладно. Все, пока всем.